добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас с радостью, как всегда, на своей авторской программе «Достояние Одессы». О людях, на плечах которых, как на плечах замечательных атлантов с улицы Гоголя 2, держится наша Одесса. Я делаю эту программу в стенах потрясающего ресторана «Бернардаци». Это творение «Бернардаци». И мне кажется, то, о чем мы будем сегодня говорить, и тот человек, с которым мы будем сегодня говорить, как нельзя лучше атмосфера этого заведения подходит для встречи с моим очередным гостем. Это удивительный, воистину удивительный человек. Его ученики – плеяда замечательных музыкантов, которые известны по всему миру. По всему миру они прославляют Украину и Одессу. Этот человек преобразовал учебное заведение, старейшее учебное заведение, сделал его национального уровня учебным вузом, творческим вузом. Этот человек, который блестящий музыкант, блестящий композитор, человек, которым можно по-настоящему гордиться. И я имела счастье уже делать однажды программу, когда он рассказывал о своем вузе, Национальной музыкальной академии имени Неждановой. А сегодня, тогда, в бытность свою ректором, 18 лет он возглавлял это замечательное, славное учреждение. А сегодня я решила поговорить с Александром Викторовичем Соколом лично о нем, потому что Александр Викторович, вы необыкновенно интересный человек. Интересно слушать, я буду стараться. Да. Стараться соответствовать. Александр Викторович, в самом деле, я счастлива, что вы пришли ко мне в программу. И помните, раньше здесь был дом актера, и сколько замечательных актеров были на этой сцене. Да, да. А рядом филармония, где вы проводили громадное количество украинских международных конкурсов. То есть место такое знаковое. Да, да. И говорить есть о чем. Конечно. Тогда поехали. Да. Первая часть моей программы все-таки об истоках. Как в вашей жизни возникла музыка? Мы немного поговорим об этом, потому что это же основы, это наш бэкграунд, это наше детство, откуда мы все родом. Немножко. Музыка в вашей жизни откуда возникла? Музыка – это явление души. Не только публики, самого звучания, а душа, дух – это чувство рода. У меня был род такой. Род. Отец играл, мать пела. И дальше пошла вся моя история. Сам, глядя на него, научился играть. Затем музыкальное училище за 4 года вместо 5. Затем, школа музыкальная. Затем музыкальное училище, консерватория, аспирантура, докторантура, академия. И учился на 2 факультетах консерватории. На народном и дирижерском. И музыковедческом, где наука. Учился около 5 месяцев в Москве и в аспирантуре в Киеве. То есть очень многое было в этом. Как стал музыкантом, то есть преподавателем и композитором? Ну, здесь получается, что с детства, так как играл совершенно сначала лет 5-6 по слуху, то есть возможности были врожденные, импровизации. Импровизации. Это чувство от рода. Гены, как кровь, я говорю, да. Студентам, вы думаете, ваши пальчики работают и все тело, все это просто вы вот сейчас, это тысячи, десятки тысяч лет назад. Ваши оно предки. Оно сложилось, да? Да. Они развили это, и все остальное, и оно воплотилось в вас. И оно воплотилось в вас, Александр Викторович. Это замечательно. Ну, как сказать? Дело в том, что личность
от слова «лица». Сколько человек выбрал в себя лиц, то он и личность. Вот поэтому, что вокруг меня были такие великие люди, и я учился в Орфеева Серафима, композитора, учился у Красотова, замечательно. Я знала его. Вот Александр Красотов чудесный. Вот наши Римма Марковны Розенберг, которая такую книгу о Союзе композиторов. Композиторская детская школа, написала. Да? Вероновский, Малякова. То есть от личности, это я выбрал от них. И очень много выбрал, когда работал 15 лет, мальчика без паспорта, без трудовой книжки, без ничего, взяли в русский театр артистом оркестра на полную зарплату. Там были прекрасные актеры. И я актеров каждый вечер видел на сцене, и сам выходил на сцену, и мы играли в оркестре. И я понял, что такое артистизм, и их таланты, Наумцев, сейчас быстро Балашова, великие актеры, потом, которые переехали в Москву. Я у них учился искусству артистизма и искусству поведения, и искусству тому, как владеть публикой, когда выходит, скажем, Наумцев, ничего абсолютно не делает, и это, и публика рвется от аплодисментов, а он ничего не просто говорил. Просто сидит на сцене. Да, сидит на сцене. Вот такое. Ну и надо сказать, что ко мне все почему-то относились хорошо, все было без, как говорят, блата, без никаких подарков. А в то время ничего. Это было, да, очень это было важно. Такое время. И, то есть, наоборот, подошел ко мне, ну, Ботвинова, говорит, будешь преподавать, а я еще не закончил консерваторию. Ты в консерватории? Я не закончил консерваторию и преподавал. А Гринич подошел и говорит, будешь проректором. Я говорю, Николаевич, я не хочу быть проректором. Не я хочу писать музыку, я хочу там науку писать. Ну, давай хоть год, помоги мне. Ну, я на год согласился, получилось 14 лет. 14 лет вы были проектором? Да, да. И так получалось где? И везде, и по науке, везде, что я ничего, а в аспирантуру ехал проездом, экзамены уже начали. Это в Киеве, да? Да, а у меня нет документов. Ну, поезжай, привози, мы тебя возьмем. Вот такое вы было. Вы там учились у какой-то блестящий педагога? Да, да. Герасимова Персидская, академик Нина Александровна, удивительный, высочайший человек в культуре Европы. Что такое было защититься диссертацию в прежние годы, кандидатскую, докторскую, это немножко другое, чем сейчас. Да, это один факт чего стоил. Да, 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 да. Ну, вот такое я хочу подчеркнуть, что не я просто, а личность идет от других, который, как Сократа, был диалог с Платоном, он говорил, как нужно, чтобы человек имел успех, это, он говорит, нужен учитель. Когда я читал, ну, Сократ преподавал очень многим, тот, кто сидел рядом со мной, я стал царем. Кто сидел немножко дальше, стал философом. Кто еще дальше, стал руководителем судов и все. То есть нужен учитель. Но учителя – это одно, и от них, ну, скажем, когда я учился в консерватории, меня, значит, Маркову и Равенко преподавали нам удивительно техлогику. Логику отдельно. Так, логика была в основе всего образования, да, все древности. Профессора Равенко сейчас нет, да. Да, логика, теперь я немножко вот скажу о том, как наша, во время моей деятельности, наша консерватория стала всем. Тут работает логика, которая раньше отождествлялась с царями, Богом. Логос был Бог. Мы начали в консерватории удивительные 19 конкурсов, которые проводила также моя супруга, исполнительный директор. Почему мы их начали? Татьяна Олейникова-Сокол. Татьяна Олейникова-Сокол. Просто удивительно и потрясающе. Что я скажу? Что здесь с логики работало? Есть заповеди бессмертия. И первая заповедь бессмертия. Следует почитать богов, благородных героев и земных демонов. И мы начали почитать с начала моей деятельности, 2000 года. И Татьяна это все делала как директор. Мы стали почитать наших благородных героев. Гилец, Ойстрах, Нежданова, три международных конкурса. Дальше пошли все украинские конкурсы. Благовидова, Могилевский.
8 базовых, 19 да. конкурс. Тут воплотилась мудрость. Ну, мудрость есть тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее. Эти национальные герои наши, великие, всемировые музыканты, им выполняли конкурсы с их репертуаром, изучали их идеи. И они из прошлого переместились сейчас, и потом поколения воспитывались уже на их великом учении. Это были великие учителя. Это очень важно. Вот слово «учитель» да. для меня очень важное по жизни слово. Да. Я бы хотела поговорить немножко вот о глыбах, которые вашу бытность, когда вы были ректором академии, вы сохранили всех учителей. То есть это были, вы говорили, когда мы с вами общались, о том, что в музыке, в искусстве нет старости. Более того, люди, которые обогащены опытом мировым, люди, которые имеют прекрасную традицию. Я знаю, что музыкальная академия преподавала плеяда блестящих музыкантов. И я знаю, что вы объединили всех. Мы их боготворили. Расскажите, пожалуйста, вот о тех удивительных людях, которые были корифеях образования музыкального. Ну, там, где я учился, Касьянов, Евдокимов, Орфеев учился лично. Коган, Орфеев, Малюкова, Красотов особенно. Красотов был в курсе современной музыки, джаз, рок. Все абсолютно преподавал. И предельно были требовательны. Предельно. Все заучивает наизусть, без ошибок. Помнить то, что играет в партитуре великой. Там 50 инструментов. Все то, что играет в каком-то куске. Вот такие. То есть учили были. Удивительным образом. Сегодняшний уровень образования музыкального, как вы можете его оценить? Есть ли какие-то традиции, которые сохранились, либо есть какие-то упущения? Мне кажется, что сейчас образование вообще во всех сферах переживает не лучшее время. Ваше по этому поводу мнение, Александр Викторович? Мое мнение такое, что нужно опираться на традиции, на дух народа, дух учения. Вот, например, упразднили логику. Упразднили? Да. Ну, у нас она была, все сейчас нет, но это другой вопрос. Важно, что один из великих философов писал, что вся последние 30 лет наука мировая упала из-за, не из-за отсутствия денег, а из-за отсутствия логики. И чтобы возродить науку истинную, надо вернуть логику. Логика, наука, а... О законах и принципах правильного мышления, по правилам. А слово отсюда «правда», отсюда слово «праведность». А в музыке нужно правильное мышление? Или в музыке должно быть творческое мышление, разрушающее все стереотипы? В музыке нужно абсолютно точное мышление. Здесь и высота звука, и скорость, и темп, и динамика, и логика, и артикуляция, и все. Это все работает? Но оно все работает, но оно работает в соответствии с интонацией. Есть речь, есть словарь. В словаре там, скажем... 15 тысяч слов. Но эти слова по интонации можно говорить «да», можно говорить «да», можно говорить «да».
можно говорить, интонацией. Вот эта музыка отражает вот эти миллиарды. Отражает миллиарды интонаций. Интонации, которые есть образы, а образы – это для всего мира абсолютно. То есть понятно. Музыка для всего мира. И она точная в чем? Произношение. На языке тоже надо говорить точно, а по интонации тем более. Я хочу еще вот о чем спросить. Дело в том, что сейчас есть музыканты, у них на Ютубе миллиарды просмотров. И эти музыканты вообще не знают грамоты даже нотной. Я всегда удивлялась, как можно писать музыку, не зная нотной грамоты. И я знаю, что вы очень современный человек. У вас есть программа на Ютубе, которая называется «Гуманизм и музыка». То есть вы человек, понимающий, что такое современные возможности новых технологий. Скажите, как можно быть музыкантом, не зная нотную грамоту? Возможно ли это? Ну, это возможно. Вся музыка, музыкальное искусство и пение, и игра возникли из народа. А кто там знал с самого начала ноты и кто учил? Это природа. Природа родилась такое. И вот оттуда же все искусство и великих композиторов идет все от народа. Здесь интонация, здесь слова, текст. Слова все понимают, слова для жизни, для духа, для развития. И обязательно вначале все возникало. И танцы, танцы из охоты, из работы, из мероприятий. И все это переходило в общение, а общение вместе пели, вместе плясали, вместе служили каким-то ритуалом, каким-то религиозным или торжественность, все. Все это было общее, и потом появилась уже культура, и письменность потом появилась. Не было же ни письменности, ничего. Но образование нужно все-таки. А потом, конечно, пошло образование. Когда пошло образование? Когда этого стало много, и оно по разным совершенно жанрам. Есть лирика, есть торжество, есть драма, есть комедия, есть трагедия, есть ритуал один, второй, третий, четвертый, пятый. Это никто не может запомнить, а разные группы, разное искусство, разные представители уже работали в разных сферах. Вот тут и пошла письменность. И самое главное, мои советы, мой совет, сегодня же должен что-то посоветовать, что мне кажется, что очень это важно. Вернуть вузы во все логику, которая отождествлялась и Гераклитом, и Пифагором, отождествлялась с Богом, с Божественным, отождествлялась с порядком, с нравами, с вещью и словом. Я учила в университете филологический факультет, университет Мечникова, конечно же, была логика. Да. Это невозможно. Законы логики, они логос, да? Они это слово. Везде работают, да. И оно все работает. Скажите, почему ваша программа на Ютубе называется «Гуманизм и музыка»? Я знаю, что вы человек очень гуманный. Почему такое название? Гуманизм, потому что гуманизм означает человечность. Нам жить в мире, а если жить в мире, надо быть человечным. Надо любить, уважать людей, культуру. И очень многие занимались этим понятием, которое означает, например, по Цицерону, гуманизм – это высшее развитие культурных и нравственных способностей, чтобы человек был в культуре нравственности, не то, что один раз что-то сделал, способностей, и доведенное до эстетического уровня. Вот это эстетический уровень и есть музыка. И вместе с мягкостью и человечностью. Вот это понятие гуманизма, что оно высшее понятие, высшее абсолютно понятие, то есть среди людей. И в гуманизме все, возьмите Евангелие, возьмите Библию, Ветхий Завет, там обязательно есть заповеди, которые начинаются с чего гуманизм? С чего Евангелие начинается? С любви. Любовь к Господу, любовь к ближнему, возлюби ближнего, как самого себя. Но если возлюбить, как самого себя, то надо уметь любить себя. То есть все, весь мир. Ну и все заповеди гуманистические. Все основано на гуманизме. Вот с этого важного момента гуманистического отношения к миру мне бы хотелось перейти к такой важной части моей программы и поговорить о любви, любви к студентам. 18 лет, после 14 лет проректорства, вы возглавляли Национальную академию имени Неждановой. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде.
уже с 2000 года вся консерватория получила массу наград, которые привели ее к национальной. Она стала национальной. Национальной академией? Да, национальной академией. Но вы создали дух, атмосферу академии. Как можно было эту академию объединить, где в одном, таком, на одном дыхании работали и студенты, и аспиранты, и преподаватели? Вот что нужно, чтобы объединить очень непростой коллектив? Потому что я знаю, что певцы, музыканты, люди искусства, они очень непростые. У каждого свои амбиции, у каждого есть свои тщеславия, свои желания. Как удавалось вам сделать такой слаженный коллектив? На первом месте идет логика и то понятие, которое я говорил, бессмертие, подражание нашим героям, учителям, великим музыкантам. Да. Это первое, когда идут конкурсы, все едет, вот этот уровень, нужен вот этот уровень, вот это надо делать, вот так надо делать. Есть чем сравнивать. Дальше были девизы логические. Первый девиз был логический такой: «Наше сердце – сцена». Все остальное – достижение сцены. И оркестры, и солисты, и педагоги. Для всех сцена. Сцена. Наше сердце – сцена. Дальше то, что было, как девиз был такой: вся наша жизнь – конкурс. Музыканты, музыкальную школу по конкурсу, училище по конкурсу. Не может музыкант без конкурса. Вся наша жизнь – конкурса. И все смотрели на конкурсе, как лучше сыграть, как победить. И дальше. Дальше музыкант – это репертуар, был девиз. У Нежданова репертуаре было 716 произведений 716. И 36 опер в репертуаре, не в названии. И 36 опер. Значит, берите пример, а у тебя там 4 пьесы и все это. Работайте! 716 она пела наизусть. Вот, благовидовое обучение было 18 заслуженных артистов и 20 народных, ее учеников. Кто вас может сравниться с ней? А мы делали ей славу, почет и все. И все знали, ничего не пройдет на этом уровне. Нужно быть, как они. Есть до кого дотягиваться. Да. И еще для того, чтобы был репертуар, у меня был девиз такой: концерт – это публика. Ты идешь к определенной публике по определенному поводу, в определенном жанре, ты не можешь играть две пьесы везде абсолютно. Ты должен на все свой репертуар. И музыкант – это, как я говорил уже, репертуар. Для этого вы делали в филармонии всевозможные разные абонементы. Я знаю, что ваши студенты вас без конца играли. Татьяна Олейникова действительно сделала просто филармонический такой абонемент со студентом, где играли наши студенты. И публика была, и они немножко подрабатывали. То есть просто это было здорово, что студенческие были концертная организация по филармонии. Еще вот они участвовали в каких-то бесконечных международных приемах консульств, послов. Вы ездили в Киев, я знаю. То есть ваши студенты всегда были артистичны и участвовали в бесконечном количестве концертов. Это важно? Да, это важно в том, что нужна вся Украина и весь мир. Поэтому конкурсы, например, и концерты были международные. В 2016 году, например, ну, как прославление великих наших имен, мы посвятили концерт по театре столетию Гильса, этому великому музыканту. Важно, что на этом концерте был президентский оркестр. Президент дал нам оркестр. И, в общем, прошло это блестяще, просто такого никогда не было. И дирижировал, за рубежа пригласили великого дирижера Снитковецкого. Вот это было. И называлось это «Одесса любимому сыну». Вот такое представление великое. То есть было такое торжество международное великое, что просто это, конечно, всех восхищало. И все видели, до какого уровня надо работать, играть и развиваться, и преподавать, и учить.
Я знаю, что на днях, буквально чуть ли не вчера, состоялось заседание Союза композиторов Одесского отделения, Национального союза композиторов. Да. И я могу поздравить вас. Вас в очередной раз переизбрали председателем. Да, да. Что в вашей жизни значит композиторская ваша деятельность? Я знаю, что гимны многих вузов, университетов, некоторых украинских, вузов я писал, да, одесских, да, написали вы. Да. Что для вас композиторство, вот, сочинительство музыки? Что это такое для вас и для ваших студентов, которыми вы преподаете? В моей жизни и истории моей получается, что все композиции, все, чем я занимался в творчестве, были по заказ. Так. То есть просто сидеть, писать. Вот, пришли, заказал народный оркестр, написал им три пьесы. Они ехали за границу. Одна пьеса русская, Скоморошина, вторая Щедрик по Леонтовичу и третья польская рапсодия. И так ансамбли, солисты, заказы много украинских, шли заказы. Как у нас, начали мы с композитором Голубовым, написали 7 спектаклей вместе с мюзиклами по заказу. То есть, ничего плохого в заказе нет, мне кажется, это нет, замечательно. Потому что у меня было востребовано. И наука, и руководство все вместе, просто писать отдельную музыку. Нет. А когда заказали, во-первых, ее обязательно исполняли и уважали, любили. Ну, это понятно, что сами заказали, что давай напиши нам. Вот такое творчество было, как вам сказать, из доброго отношения, с любви и пожеланию. Так. А не просто я заставлял кого-то, меня исполняли, это близко мне. Просто так получалось. И так и в теории было, и в истории, и в творчестве. Во всем так получилось. Что важно для вас вот, в сегодняшней жизни? Какие самые важные для вас сейчас проекты? Что вы делаете? О чем вы мечтаете? Потому что первый это очень важно. Проект – ввести логику. Второй проект – ввести везде и служить развитию музыки как самого гуманистического из всего, что есть в мире. Где есть общение, где есть любовь, где есть переживания положительные, чувства, гуманизм, танец. И еще развивается все тело и душа. И танец есть, и стихи есть, которые память развивают. И эмоции, то есть интонация, все абсолютно есть. Как объединить людей, если они сидят перед компьютерами, если не сидят в своих гаджетах? Как вывести раньше их? Раньше в вузах как это все сделать? Было. И обладминистрации, областной губернатор, все занимались этим. Каждый вуз в конце года сдавал отчет, по какие у него хоровые коллективы, певческие ансамбли, какие у него были концерты, какие, или некоторые духовые оркестры были, были театральные представления, все было. И вот это третье мое предложение – вернуть то, что было, чтобы люди не просто смотрели, а что-то делали. Хорошо. Смотреть бесполезно. Нужно самому что-то делать, это понятно. Да. Что сделать, чтобы возобновить конкурсы? В Украине нет конкурсов, ни международных, ни каких-то внутренних конкурсов. Ведь без соревновательности, без состязательности не может развиваться искусство. Что для этого нужно сделать? Я знаю, что сейчас конкурсы находятся в упадке. И все украинские конкурсы, киевские конкурсы, и одесские, к сожалению, тоже. Что нужно для этого сделать? Для этого самое первое нужно сделать, чтобы ушел коронавирус. Ну, это понятно, оно первое. Ограничивает очень возможности. И дальше мы на Союзе композиторов говорили о том, что по Украине поднялись опять эти имена, которые являются высокими. То, что а есть о ком говорить? Говорили, есть а? Интересные композиторы? Музыканты? Сейчас? Да. Сейчас есть, но я говорю о имени, конкурсы тех, которые были. Тех, которые были. Да. Ну, например, у нас есть детский конкурс композиторов, он имени Юлии Гомельской. Ну, она ушла в трагические жизни. И вот мы сделали ее имени, которое может быть распространено на всю Украину. Есть детский конкурс юных композиторов, но он пока региональный. А мы хотим его сделать тоже всеукраинским. Я понимаю, что нужно внимание власти, внимание меценатов. А как без этого можно поднять конкурс? Ну, нужна, во-первых, пропаганда. И я скажу, величие. Просто великое было дело, когда Татьяна Вячеславовна Олейникова, она работала за все время с 80 меценатами. Ну, 19 конкурсов. На одних одни, на других другие, на третьих третьи. И люди всегда поддерживали. Ну, они сейчас понимали, что такое есть время, результат. Просто такое время, что не до этого. Но они всегда
поддерживали... Слушайте, ну как может быть не до музыки? Высокие, это не так. Они поддерживали высокие имена, которые славят Одессу, Украину и прославляют нас на весь мир. Потому что международные конкурсы. Нужны организаторы, которые подтянут это все. Есть организаторы, иначе? Есть. Александр Викторович, я просто сама преподаю в ВУЗе, я знаю, что проблема дистанционного образования, связанного с ковидом, само по себе это важно, очень большой удар по образованию в целом наносит, потому что роль учителя, педагога в образовании необыкновенно велика. Я хочу поговорить вот о чем. Мне кажется, что в образовании современном, любом, особенно музыкальном, очень не хватает профессионализма. Что такое сегодняшнее образование и вообще образование с точки зрения профессионализма, когда человек, который преподает, является мало того, что образцом профессионализма, он еще этот профессионализм, профессию свою может донести до своего студента. Как здесь работать, чтобы поднять уровень? Ну, поднять уровень нужно делать то, что было всегда. Нужно опираться на тех, у кого есть, как это говорится, музыкальная мудрость, преподавание, опыт. Что такое мудрость? Мудрость – это глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Вот есть педагоги, которые обладают... А есть такие педагоги? Есть, конечно, есть. Но сейчас идет тенденция к тому, но это тенденция политическая и экономическая. Как можно, чтобы меньше было тех, кто много знает, и те, которые в возрасте или очень много работали, как их убрать, чтобы были молодые, которые можно управлять, которые могут выполнять все, что нужно, не спрашивая, не понимая и ничего. То есть это проблема? Не думая. Вот это есть проблема, но это проблема не музыкальная, это проблема общая. Общество экономическая проблема. И политическая. Ну и у нас есть такое. А необходимо, как мы опираемся на опыт, на мастерство прежних музыкальных, как мы говорим, героев, точно надо. Сейчас есть такие же, на мастерство и опыт нужно также опираться и преподавать. То есть в мудрости опираться на мудрых, опытных, испытавших успех и передачу прошлого в настоящее, будущее, высокого профессионального прошлого, настоящее, каждодневное, и в то, что будет будущее в их учениках, в работе их учениках, в процветании, концертах, конкурсах, преподавании и, конечно, общении музыкального искусства со всем миром. Я знаю, что конкурсы музыкальной, Национальной музыкальной академии играли громадную роль. Да. А как вообще, важно ли для творческого человека, для музыканта наличие конкурса? Что это за такая определенная модель, которая необходима, или можно без нее обходиться? Невозможно без нее обходиться, потому что, во-первых, музыканты и в оперном театре, и филармонии, и преподавателям все берут по конкурсу. И он должен соответствовать какому-то уровню. А выше уровня, чем тех великих музыкантов, которых мы прославляли в конкурсе, выше уровня нет. Не только в Одессе, в Украине и в мире. И там есть первое, он смотрит, что играл этот великий музыкант гений. То есть его репертуар. И этот репертуар не просто, что он играл, он входит в конкурс. Он входит в конкурс. И он себя повышает до этого уровня. Вот что такое конкурс. Потом он смотрит, где он концертировал. Дальше был лауреатом конкурса Чайковского. Изучает, каков его путь. Сначала как он играет, потом каков его путь. И затем уже смотрит по миру, стране и по своему городу, где ему найти свое место, свое признание и что для этого нужно сделать. Вот что такое конкурсы, опирающиеся на великие имена. Приезжали музыканты, студенты из разных уголков мира. Кстати, какое количество вот обычно участвовало в конкурсе? Из многих ли стран приезжали к вам студенты, конкурсанты? Я знаю, что это было всегда очень большое количество людей. Не меньше 13 стран, не меньше, было и больше. Но были уникальные случаи. Например, конкурс хоровых коллективов Авдеевского, когда приехало вот это 13 коллективов и 430
участников, которых надо принять, расположить, как бы дать им возможность репетиции по классам. И потом весь конкурс прошел блестяще имени Авдеевского. 400, более 400 человек. И представляете, что это такое? И одни признания, потом благодарности, высокая оценка, ни одного слова, что какой-то недостаток или что-то, только все великое и положительное. Александр Викторович, у меня есть традиционный вопрос. Да. Поскольку программа называется «Достояние Одессы», то, естественно, традиционный вопрос, что значит Одесса в вашей жизни. И я недаром попросила, чтобы этот ответ ваш прозвучал на фоне замечательной лестницы легендарной филармонии. Это тоже творение Бернардаци, по которой спускались и поднимались выдающиеся музыканты. Я знаю, что и вы не один раз здесь поднимались со своими конкурсантами, студентами. Что для вас значит Одесса? Я не только поднимался с конкурсантами и студентами. Так? Я около 15 лет работал в Одесской филармонии. Это вообще потрясающе. И аккомпаниатором, я играл на баяне, на фортепиано, аккомпаниатором и солистом. И с великими всеми музыкантами, вокалистами. И вот вы поднимаетесь на сцену. С Агреничем, самыми великими. Нашей, значит, Агренич, Поливанова, Фоменко. Это человек 15. Короче, туда брали только с оперного театра и из оперетты самых выдающихся. Я с ними много лет играл. 15 лет ваша связана с жизнью, да? А теперь, как мне не любить филармонию, и Одессу, которой я начал там играть, Одесскую филармонию. Вот это Одесса. Далее, Одесское училище, Одесская консерватория. Когда в вашу жизнь вошла Одесса, сколько вам было лет, когда вы приехали сюда из Херсона? Я приехал сюда в 15 лет. И вот с этого времени Одесса в вашей жизни? А в 16 уже меня взяли тоже артистом оркестра. Взрослая должность, без паспорта, даже без образования, 10 классов не было. Я работал артистом оркестра с 15 лет в Одессе. То есть отношение, она мне запомнилась, было ко мне самое потрясающее. То есть Одесса в вашей жизни? Ни родителей, ни вы сами были? Ни единственное, жил в общежитии ни одного человека-родственника. И меня вот но так вот помогали. Но вам было тепло в Одессе? Да. Ну, я скажу, что настолько, я ее дальше узнавал все, что когда говорят, какой город должен быть столицей Украины? Так. Киев, Львов, Харьков, Николаев, Херсон и Одесса. Все подписали, значит, на сайте, что должна быть Одесса. Ну, Одесса – это музыкальный центр однозначно. Да, музыкальный Одесса. Центр. Столица музыкальная. Да, сочинено, кроме того, сочинено песен около 1000. 1000 песен? Да. Есть не только песни, да, нам есть музыкальное произведение, все, но их есть издано уже 200, издано 150 и еще. Ничего себе. И есть много такого, что если кинуть клич, еще пришлют старые какие-то песни. И без конца новые создаются. И новые создаются. Я только лауреат двух конкурсов песен об Одессе. Они, правда, не распространились, но я тоже в этом участвовал. И очень многие. 1000 песен об Одессе, и Одесса должна стать столицей Украины. Вот это мое. Нет, это был опрос. Я понимаю, все чудесно. Александр Викторович, я хочу сказать, что мне было очень интересно послушать о великих традициях, которые вы продолжали в музыкальной академии, о тех корифеях образования музыкального, которым вы имели счастье принадлежать и продолжать их традиции. Я должна сказать, что вот в этих замечательных стенах Бернардаци, которые созданы гением Бернардаци, очень легко говорить о музыке, очень легко говорить о том, что только профессионал высокого уровня может донести знания, особенно в музыке. Только так. Я хочу сказать, что Александр Сокол, заслуженный деятель искусств Украины, член-корреспондент Академии, Национальной Академии искусств Украины, академик Национальной Академии образования Украины, профессор, доктор искусствоведения, является настоящим достоянием Одессы. Мне приятно вручить вам это напоминание. Повесьте где-нибудь у себя. Может быть, вы забудете, что кем вы являетесь для Одессы. А я напоминалку такую вам даю. Достояние Одессы. Я желаю вам счастья, процветания и продолжения вашей замечательной дальнейшей просветительской деятельности.
Ира Тихоновна, спасибо. Но я думаю, что так как вы проводите со мной вот эту беседу, которая возвышает наше искусство, наш город, я бы с удовольствием тут написал бы Ирине Каминской, с удовольствием просто посвятил бы такое вот состояние. Спасибо вам большое, вам. Александр Викторович, за теплые слова. Ваше слово для меня очень много значит. Сегодня в гостях у меня был удивительно интересный профессиональный музыкант, человек, который посвятил всю свою жизнь образованию студентов, человек, который 18 лет возглавлял старейшее замечательное учреждение научное, просветительское, образовательное, Одесскую национальную академию имени Неждановой. Александр Викторович Сокол, человек, который знает, как логосом, логикой, словом донести до людей прекрасное знание о музыке. И организовать. Будьте здоровы, дорогие друзья, до новых встреч!